До крещения неделя, но подготовка к празднику уже началась. В Одинцовском округе для верующих оборудуют 11 мест для купаний. Ожидается, что их посетят более 10 тысяч человек. За последние годы нами отработан четкий стандарт подготовки таких мест. Обязательно палатки для переодевания, места для обогрева, туалеты, горячий чай, навигация, качественное освещение и оборудование самих спусков. 7 купелей подготовят на территории храмов, еще 4 на природных водоемах. Окунуться можно будет с 19 часов 18 января и до 10 вечера 19-го. На местах будут работать спасатели, медики, полицейские и волонтеры. Безопасности уделят особое внимание. Минимальная толщина льда на водном объекте должна быть не менее 25 сантиметров. Это гарантирует безопасность людей и обеспечивающего оборудования, которое располагаться будет на льду. Проведенные замеры показывают, что в настоящее время толщина льда более 27 сантиметров. Со всей тщательностью оборудуют вход и выход, чтобы не допустить встречного движения людей. И, конечно, установят улавливатели по краям купелей под водой, особенно на тех водных объектах, где имеется течение. Одной из важных задач при проведении купаний является их медицинское сопровождение. По согласованию с медицинскими учреждениями Министерства здравоохранения Московской области на 4 точках, это где у нас планируется посещение больше 1000 человек, на постоянной основе будет организован дежурство бригад скорой помощи. В остальные места крещенских купаний в случае необходимости направят бригады неотложной помощи. Медики к нештатным ситуациям готовы. А специалисты напоминают, окунаться в ледяную воду можно только в специально оборудованных купелях. И лучше это делать тем, кто заранее готовил свой организм к такому перепаду температур. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».